канун Нового года сотрудники Кызылординского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана подготовили праздник для детей региона. Концертная программа, которую организовали творческие коллективы Дома дружбы для воспитанников специальной школы-интерната номер 7, принесла много радости и запоминающихся моментов. Для членов общественного объединения «Русская община» стала традицией организовывать различные мероприятия именно в этом учреждении. Не остались в стороне и представители старшего поколения. Руководство областного департамента внутренних дел с поздравлениями посетило Дом ветеранов полиции. Более 50 человек имеют различные степени инвалидности. Из них 13 получили их во время несения службы. Личный состав ДВД раз в год перечисляет однодневную зарплату в Совет ветеранов как материальную помощь.